Под председательством главы администрации Михайловского района Евгения Владимировича Сидорова в Михайловском районе прошло заседание районной комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Евгений Владимирович вручил награды особо отличившимся в деле противопожарной безопасности. Медали ВДПО за пропаганду пожарного дела директору Чапаевской школы-интерната Ольге Викторовне Зайчиковой и директору Печерневысельской общеобразовательной школы Алексею Ивановичу Шустикову. А почетную грамоту за большой вклад в развитие пожарной безопасности на территории Рязанской области, тесное и плодотворное сотрудничество с ВДПО директору Михайловской средней общеобразовательной школы номер 1 Игорю Викторовичу. Главы сельских и городских поселений, представители предприятий и организаций, члены комиссии рассмотрели вопросы готовности территории к пуску паводковых вод и состояния противопожарной безопасности Михайловского района. Начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайной ситуации района Олег Евгеньевич Новичков сообщил, что расчетное время прибытия волны с гидротехнического сооружения до Михайлова 6 часов. Подвержено подтоплению территории Михайловского и Октябрьского городских, Щетининского и Рачатниковского сельских поселений. В случае увеличения объема сброса воды из Пронского водохранилища более 50 кубометров в секунду, как это было в 2012 году, площадь затопления может составить более 2 квадратных километров, а максимальный подъем уровня воды в реке Проне более 3 метров. В целях безопасного прохождения весеннего половодья объем аккумулирующей емкости для приема талых вод Пронского водохранилища на данный момент составляет около 10 миллионов кубических метров. Организовано проведение комплекса мероприятий по безаварийному пропуску половодья гидротехническими сооружениями, находящимися в собственности администрации городских и сельских поселений района. Объявление, чтобы жители Михайловского района на период таяния снега по возможности пользовались водой кипяченой. Хотя качество воды на данный момент соответствует требованиям Санпина, но возможность попадания есть, и чтобы предотвратить какие-то негативные влияния и возникновение каких-то определенных, не сказать вспышек, но массовых заболеваний инфекционных, вот на этот период, тем более он период не такой длительный, чтобы люди знали, что лучше попользоваться именно или же бутилированной водой, или же кипяченой водой. Члены комиссии обсудили взаимодействие с акционерным обществом открытого типа НАК «Азот» по вопросам обмена информацией в период прохождения паводка, о состоянии Пронского водохранилища, о времени и объемах сбрасываемой воды. Вопросы обеспечения готовности к половодью, пожароопасному периоду, профилактики бешенства животных, рассмотренные на заседании, напрямую влияют на безопасность жизни наших граждан. Поэтому все службы района готовы принять необходимые предупредительные меры. Наталья Быстракова, Александр Каратаев, Евгений Быстраков. Специально для Михайлов ТВ.